Первую песню. Глава 11. Возвращение Господа Кришны Двараку. Не сказать, что текст 27. Правильно, да? Что? Повторяйся. Нет. А, нету? Ситата патрави джнанар упаскритах прасуна варшаир апи варшитах тат патхи пишанга васа ванамалая бабхау гано ядхат ходу пача павадютах. Можно вместе пословно повторить.
Сита Патра. Белый зонт. Виагнаир. Апахалам. Упаскритах. Служа. Прасуна. Цитами. Варшаиги. Ливнями. Апиваршитага. Будучи покрыт. Патхи. По дороге. Пишанга Васага. Желтыми одеждами. Ванамалая. Цветочными гирляндами. Бабхау. Это стало. Ганага. Туча. Ядха. Как если бы. Арка. Солнце. Удупа. Луна. Чапа. Радуга. Вайдьютайги. Молнии. Перевод и комментарий Божественной милости Чаринда Бхактивинода Свами Шрилы Прабхупады. Шрилы ки. Когда Господь ехал по дороге Двараки, его голову защищал от солнца белый зонт. Белые пушистые опахала описывали в воздухе полукруг, а на дорогу ливнями сыпались цветы. В желтых одеяниях с гирляндами цветов он казался темной тучей, которую одновременно окружает солнце, луна, молния и радуга. Комментарий. Солнце, луна, радуга и молния не появляются на небе одновременно. Когда светит солнце, лунный свет почти исчезает, а когда есть тучи и радуга, то не может быть молнии. Цвет тела Господа подобен цвету только что собравшейся тучи в сезон дождей. В этом стихе его сравнят с тучей. Белый зонт над его головой – солнцем, а движение опахал из пучков хвостового волоса – с луной. Его желтые одежды сравнивают с радугой, а потоки цветов – со звездами. Но поскольку все эти небесные явления нельзя увидеть одновременно, их нельзя соединить в сравнении. Такое сочетание возможно только тогда, когда мы думаем о непостижимых возможностях Господа. Господь всемогущ, и в Его присутствии все невозможное становится возможным благодаря действию Его непостижимой энергии. Но сцена Его шествия по дорогам Двараки была настолько прекрасна, что ее нельзя сравнить ни с чем, кроме этих природных явлений. Омагьянати мирандасия гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай ши гураве намаха ши читанья манобиштам стапитамина бутале своям рупах кадамахьям дадати свападантикам ванча калпа тарубяшья крипа синдубья эвача патитанам паваны бьо вайшнаве бьо намо намаха нама ом вишну падая кришна приштая бутале шимати бхакти веданта свамин Наме, намасте, сарасвати, деви, гауравани, прачарине, нирышайша, шуньявади, пашитя, дешатарине, джаяши, кришна, чайтанья, прабу, нитянанда, ши адвайта, гададхара, шивасади, гаурабхакта, вринда, Харе, кришна, 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 харе, 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 рама, харе, рама, 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 харе, харе. Еще раз текст. Ситата патра виджанарь упаскритах прасуна варшаир апиваршитах патхи пишанга васа ванамалая бабхау гано ядхарху дупачапа вайдютайх. Когда Господь ехал по дороге Двараки, его голову защищал от солнца белый зонт. Белые пушистые опахала описывали в воздухе полукруг, а на дорогу ливнями сыпались цветы. В желтых одеяниях с гирляндами цветов он казался темной тучей, которую одновременно окружает солнце, луна, молния и радуга. В этой главе описывается, как Господь Кришна возвращается в Двараку уже после того, как завершилась битва на Курукшетре, когда уже Махараджа Юдхиштхира зашел на престол. В принципе, все его дела уже закончились в этом плане с Пандавами. И он возвращается к себе в Двараку. Здесь описывается, как в этих стихах предыдущих описывается, как его встречают,
в 11 стихе описывается. Такое приводится поэтическое сравнение. «Он казался темной тучей, которая одновременно окружает солнце, луна, молния и радуга». И Шрила Прабхупада в комментарии описывает, что такие, на самом деле, это противоречивые вещи, да, увидеть одновременно в небе и молнию, и радугу, и солнце, и дождь. Такого не бывает. Но, описывая Господа, это даже очень логично, потому что Господь, Он совсем другое уровня живое существо. Это даже не живое существо, это Господь, Бог, из которого выходят все живые существа. Обычное живое существо не способно обладать всеми достояниями. Где-то там процентов 60 максимум живое существо обычное в этом мире может обладать теми великолепиями, которые обладает Господь. И это Господь Брама, может быть, только. Господь Шива там, я уже точно не помню, там еще больше, но даже Господь Вишну не может обладать всеми теми качествами, что обладает Господь Кришна. И Господь Кришна, у него есть четыре качества, которые отличают его даже от Господа Вишну. Может, вы не знаете эти качества? Первое – это то, что он очень красив, что он произойден играет на флейте, что он, у него самые лучшие отношения с его преданными. И четвертое – не помню. Так, первое – это… Да. И он самый красивый, первое. Второе – он играет на флейте. Третье, у него самые нектарные отношения со своими преданными. И четвертое, как еще раз? Да, у него удивительные лилы, которые он проявляет. Другие воплощения эти лилы не проявляют. И на самом деле Господь, вообще он приходит в различных обликах, различных воплощениях, различными целями. Но по большому счету, самая главная цель прихода в материальный мир Господа – это… Для того, ну, есть, да, стих Бхагавад-гите, как он начинается? Ядай-дай-хи дармася гланир-мавати барата. То, что он приходит в этот мир защитить своих преданных, покарать грешников, из века в век он приходит. Он проявляет эти вещи, он делает это, и защищает своих преданных, и карает грешников. Но перед тем, как защитить своего преданного, преданные обычно испытывают множество страданий. Так бывает. Но суть прихода Господа на самом деле более глубокая, скрыта. Господь приходит в этот мир, а этот мир, мы знаем, он состоит по сути из завиди, невежества. Здесь все так устроено, чтобы живое существо, оно забыло вообще о Боге, чтобы оно погрузилось в этот круговорот материальной энергии, чтобы оставалось узником своих желаний. И ему как-то выйти, ну как бы с тьмой сравнивается материальный мир, и чтобы как-то направить свой взор к свету, то есть духовному, духовной реалии, живому существу необходимо такое очень яркое, необычное, чтобы у него оторвать взор от этой материи и перенести на духовное вот это видение, на духовный мир. И поэтому Господь приходит сюда лично. Также Он посылает сюда своих представителей, приходит в различных воплощениях. И, по сути, вот это самое главное явление, чтобы показать себя обусловленным душам. Господь приходил 5000 лет назад, как Господь Кришна, причем в своем изначальном облике, в котором находятся духовные обители на планетах духовного мира, Галоки, Вриндавны, как раз, чтобы показать эту свою наивысшую сладость,
именно вот этих отношений с, именно с этой личностью Бога. Потому что есть различные другие, приходят как в образе вепря, приходят в образе мать. И на самом деле у преданных тоже есть отношения с этой личностью, с Господом Нарсимхой, с Господом Рамачандрой. Но один раз в день Брахмы Господь приходит именно в своем изначальном облике, чтобы даровать людям вот эту необычайную лилы, которую он проявлял в Радже, которую проявлял на самом деле, который описан в Махабхарате, игры, которые проходили в Двараке. Но мы о них мало что знаем. В Гауди Вайшнава они больше сосредоточены именно на играх Рады и Кришны. Больше о них медитирует. На самом деле Шрила Прабхупада пишет в комментариях, что неважно, в какой Господь, в каком образе, на самом деле преданного привлекает все игры его. И нету как бы различий, по сути, между игр в Радже, игр в Двараке, там, его отношения с пандавами. На самом деле это пандавы удивительные личности. Представляете, они непосредственно лично общались с Господом. Каждый из пятерых пандавов был другом Господа. Но больше были отношения Арджуны, но Арджуна и Кришна это тоже отличается тем, что это, по сути, является воплощением Нара-Нарайана Риши. Ну, в одной из такой моментов их вот этих лил, которые проходились в этом образе Кришны. И по милости Висадевы, по милости наших духовных учителей, у нас есть возможность соприкоснуться с этим знанием, есть возможность читать эти лилы, погружаться в их сознание. И поначалу мы читаем их, первый раз, может, читаем Бхагаватам, прочитали, о, какое удивительное произведение. Так или иначе, мы здесь как бы собрались, потому что мы почувствовали какой-то вкус к этим, да, посланию этому. Что-то у нас затронулось в сердце, что-то на уровне разума, может, приняли. И первый раз мы читаем Бхагаватам, там, о, да, интересно, столько интересных там вещей описывается, там на самом деле Бхагаватам описывается не только это высокодуховные вещи, это на самом деле это 10-я песня описывается, а до этого нас постепенно подводят к ним. Там второй песня описывается вообще вот это устройство Вселенной, вот это проявление этого мира. И Бхагаватам постепенно нас подводит. И первый раз прочитав, нам кажется интересно, но потом прочитав, наполнив определенной информацией наш ум, через какое-то время она может показаться немножко уже неинтересным продолжать читать Бхагаватам. И также с другими книгами духовными. Ну, там, например, эту историю, там я столько раз слышал, столько раз на лекциях рассказывали. Там события, которые описывают, тоже знаем. Там есть в Бхагаватам такие места, где там просто перечисляются там древо поколений. Там тот родился от этого, этот родился от этого, этот родился от этого. И нам там кажется, что это уже... Ну, уже это я знаю, зачем мне это еще раз читать. Но на самом деле каждое... Шастры вообще это произведения, которые были составлены не просто какими-то обычными мирскими учеными, это были составлены великими мудрецами, которые со своей медитацией определенной в них открывались истины, и в них передан еще определенный вкус, который в них содержится. На самом деле описывается, да, есть стих, что Шукадева Госвами, передав это послание, и приходит, он получил послание, и когда он передал, он стал очень много вкуснее, подобно тому, как попугай, он кусает, когда плод манго, он становится еще вкуснее. Шукадева Госвами, шук это попугай означает. И такое тоже аналогия получается, да, что он передал этот багат, он стал еще вкуснее. Но также еще он становится вкуснее, когда чистый преданный в своем настроении передает этот багат, когда дает на него свои комментарии. Он становится еще вкуснее. Но этот вкус, он находится выше мирского понимания. Это вкус не логики. На самом деле мы можем поражаться логикой Шрилы Прабхупады, как он в своих лекциях, в своих книгах там разбивает концепции, да, материальное существование, вот эти зыбкие, иллюзорные. Но при этом он в своих комментариях дает еще более высокий вкус.
И этот мы вкус можем только понять, когда начнем погружаться, это изучать, понимать, размышлять над этим, а не просто поверхностно читать. На самом деле Шрила Прабхупада говорил, что полчаса внимательного чтения, а нет, даже он другой приводил пример, что пытаясь прочитать эти книги с желанием кому-то это пересказать, это более даже важно, чем там просто чтение книг. Потому что мы действительно начинаем это прочувствовать, сопереживать, например, некоторым героям произведений. На самом деле, Бхагавад-гита, чтобы действительно ее понять, нужно ощутиться на месте Арджуны, как он, будучи великим воином, кшатриям, впал в такую депрессию. Когда до этого он выиграл огромное сражение, один против огромных войск, он сражался, он выиграл, он обладал различными небесными оружиями. И тут у него он, силы падают, у него там Лугандива вываливается из рук. И мы, чтобы понять дальше наставление Кришны, которое он дает в Бхагавад-гите, мы должны немножко вот понять вот это настроение Арджуны, в котором находился, тогда мы сильнее поймем то, что он пытается Господь нас донести. То, что с одной точки зрения логично, понятно, что обладая этим знанием, мы понимаем, что мир иллюзорен, да, все родственные связи, они иллюзорны, да, что мы на самом деле духовное существо, но это на самом деле концепция на уровне ума. Когда реально приходит ситуация, в которой мы становимся непосредственно, это с нами случается, это нас затрагивается, мы начинаем, философия нужно перестать действовать, мы уже действуемся согласно своими эмоциями. Это, ну, каждый человек, каждое существо, оно находится в этом состоянии. Только когда мы действительно на уровне очень высоком духовного сознания, мы можем астрагироваться от этих чувств, эмоций. Но так или иначе мы находимся на них. И также, чтобы вот эти вещи понять, немножко нужно как бы погрузиться в это настроение. То же самое с Бхагаватом. Понимать вообще, как кто рассказывает, когда рассказывает, при каких обстоятельствах, какие отношения имеют Кришна с ими. Преданными, как он, какие отношения у него с Кунти. Кунти это была, по сути дела, тетка ему. Он ей выражал почтение, но при этом она считала его верховной личностью Бога. То же самое с Махараджем Юдхиштхирой, когда он был, да, императором всего мира. Когда Раджасу Яги проводили, то Господь смиренно сел и стал принимать служение, как омывать стопы почетным гостям. И такие вещи мы можем понять только тогда, когда действительно будем, ну, и то, как бы, понять это будет довольно сложно, но в какой-то степени к этому быть причастным намного будет легче. Это да, это нам намного это будет и в духовной жизни практиковать, и Святое Имя повторять, когда у нас есть определенное понимание принципов вот этого отношения с Господом, его с преданными, вообще кто такой Господь, его энергиями. И вот этот вкус можно получать только тогда, когда мы целенаправленно начинаем пытаться это делать. И для этого нужно постоянно изучать Священное Писание, постоянно слушать садху, которую это дают. Вначале у нас идет это такое наполнение информативное. Мы просто шравана, такой процесс шравана. Они с могучим методом бхакти. Просто слушаем, слушаем, шраваном, шраваном. Впитываемся, впитываем. Ничего не знаем, мы впитываем, впитываем, впитываем. Потом приходит, когда мы уже достаточно уже питались, уже приходит процесс с мараном. Мы начинаем обдумывать это. То, что нам пришло. Даже не обдумывать, просто у нас в памяти это остается, эти вещи, мы их помним. И потом уже следующий уровень нидья-дьясана, когда мы уже начинаем обдумывать эти вещи, когда мы реально начинаем не просто принимать слепо или глупо шастры. То, что это на самом деле это естественный уровень преданного начинающего, неофита, каниша, тхикари, там по-разному называют. Хотя каниша, тхикари на самом деле очень высокий уровень преданного.
это преданный, который уже не имеет желаний, уже кама бхакта. Но вначале для нас это все такое догматичное знание. Вот там кадыши, панду и кадыши нельзя есть. И все преданные, чтобы искупить свои грехи, совершенные в другие кадыши, они начинают поститься именно в панду и кадыши, думая, что они все это окупят. Но это на самом деле карма-канда, это ничего не имеет общего с бхакти-кандой. Это тоже неплохо, если кто есть возможность следовать, совершать какие-то аскезы. Это даже очень хорошо, человек начищается, у него получается, появляется благочестие. Но если это благочестие не направлено в сторону постижения абсолютной истины, то мы получим другие плоды, которые в итоге нас отведут от, уже от пути бхакти. И вначале мы как бы все воспринимаем таким уровнем, догматичным, но потом в процессе размышления мы начинаем уже немножко осознавать, что к чему сказано. Мы начинаем уже прислушиваться к мнению старших авторитетов, вот и духовной науки, которые уже прошли этот путь. Мы не начинаем просто слепо всему верить, мы начинаем размышлять как-то вообще применимо к нашей жизни. И только на уровне такого понимания нам будут открываться другие истины духовным знанием. Это один аспект. Другой аспект – то, что мы должны все равно продолжать это читать, изучать. Может, даже нам неинтересно, можем даже засыпать, может, кто-нибудь... Бывало такое, что открывает, например, Бхагавадгиту, который уже раз 10 прочитал. Читаешь, такой, и начинает тебе клонить сон. Ну, как вроде бодрствуешь, все нормально, чувствуешь, открываешь книгу, начинает тебе... Читаешь, и тебя отключает. Вот ты продолжаешь прилагать усилия, ты читаешь, и потом такой щелчок, и все, как бы сознание такое проясняется, и ты начинаешь вообще спокойно читать, и действительно начинаешь читать со вкусом. Это такой мистический. Ну, многих, на самом деле, преданных такой опыт был, когда вот именно вот так вот происходит. Это определенный мистический опыт, да. Это шастра, на самом деле, она непосредственно связана с личностью Бога. И, по сути, она тоже не отлична от него. Она тоже обладает тем же духовными энергиями. И человек, он читая эту шастру, его обиде, невежество, сознание начинает уходить постепенно. И как раз, когда начинает выходить, она же не просто растворяется, она начинает выходить через такие тамосные всякие проявления. И мы должны просто читать, изучать. И Шрила Рупа Госвами в Упадишамрите, в переводе Шрила Прабхупады, это не Каран Ставление, в одном из стихов описывает, что побороть эту обиду можно тому, потом тому, как борются с желтухой. Когда человек болен желтухой, ему дают сладкое, она ему кажется горьким, но чтобы обратно вкус вернулся, ему нужно все равно есть эту горечь. Хотя она, по сути, сладкая является, но для него она горькая. Он все равно, ему нужно есть, тогда приходит, естественно, становится вкус. И также с духовными вещами. Для нас какие-то вещи могут быть горькими, нам не нравится. Но если мы продолжаем это делать, вкус, он будет постепенно возвращаться в духовный. И потом уже дальше у нас начнутся уже такие действительно какие-то погружения, интерес проявляться, мы будем искать, как, что, с чем связано, почему именно так. Многие истории, которые мы слышим, знаем, но мы не знаем подробностей, как они произошли. На самом деле, это очень удивительные подробности. Например, там известная история, да, появления божества Рада Рамана, да, что Гопал Бхатта Госвами, у него пришли шилы, шалограмма шилы, такие камни, которым поклоняются вишнавам, камни, которые не отличны от самого Верховного Господа. Например, Мурти, Горнитай, божества, Рада Кришна, например, когда изготавливают изваяния этих божеств, там приходит прием церемонии, когда призывают это божество. Например, там Шилы нет такой необходимости, там божество уже всегда находится. И эта история, когда Гопал Бхатта Госвами получил, это один из шести Госвами,
которые получили наставление, ну, не, может, кто-то посредством, то непосредственно от Шри Чайтаньи Махапрабху. И у него пришли эти шилы, и он им поклонялся, и однажды ему подарили одежду для божеств. Ну, знаешь, он, ну, почти все вайшнавы, они всегда поклонялись божествам. Ему принесли одежды для божеств, и он так сгоряча так увидел, что принесли одежды. А у него было это желание надевать, наряжать божество, проводить пуджу таким образом. То, что шилы там, невозможно их надеть, одежды. И он хотел это. И это было Нарсимха Чатурдаши. И он всю ночь постился этот Нарсимха Чатурдаши. И вот так вот сгоряча он такой: вот, Господь, ты проявился, ну, как бы он хотел поклоняться форме, и он так сгоряча сказал: Господь, ты проявился из колонны, почему ты не можешь проявиться из камня? Ну, такая у него мысль проникнула, или он, ну, точно не знаю, некоторые говорят, что он именно молился Господу, чтобы он проявился из формы, из шалограммы божества. Некоторые говорят, что он просто, у него горяча было сказано, и божеству, и ушел спать после, ну, совершенно всех своих врат, и на утро просыпается, и уже из шалограммы шил уже появился Господь Радхараман. Это сейчас одно из самых популярных божеств в Вриндаване. И когда у нас действительно есть вкус, мы вначале какие-то слышим истории, но когда у нас есть вкус, мы начинаем пытаться узнать подробности вот этих уже историй, где, как произошло. Нам уже недостаточно просто сказать, что вот, типа, шила, из нее привелось божество. Это чудо, поклоняйтесь. Нет, у нас действительно становится интересно. Прикиньте, как это было связано. И это, ну, связано с разными объектами. Есть, ну, разные преданные, есть кто-то более подвержен. Ну, как бы, кому-то нравится больше изучать священное писание, кому-то нравится больше там воспевать эти имена, там изучать баджаны, там. Ну, по-разному есть определенное настроение у каждого, кому-то что-то более интересно, кому-то что-то больше нравится. И каждый в своей области начинает больше изучаться, погружаться в эту деятельность. И, по сути, это путь рогатмики, путь привязанности, раги, развития, непосредственно привязанности к Богу. Потому что есть разные, есть вообще описано шастрами, есть два пути развития этой преданности. Есть вади бхакти, непосредственно предписание, следуя предписаниям, есть путь рогатмики. Это все садхана бхакти является, в результате которой мы развиваем отношения с Богом. Есть путь непосредственно действия предписаниями, это, например, как вот ранний подъем, наносение тилки, панчаратры, все это вот относится к вади садхана бхакти. Рагануга садхана бхакти, это уже непосредственно мы развиваем привязанность именно к Кришне. И Шрила Прабхупада, он дал то и то. Мы непосредственно, на самом деле, в этом движении находимся, практикуем то, что мы получили вкус, определенную рагу из книг Шрилы Прабхупады. Он нас задел этим. Но также необходимо, чтобы эта рага наша не искривилась, ненужное место, чтобы она шла правильно, Шрила Прабхупада дал нам также вади садхана бхакти. Все эти правила, предписания, которые мы имеем и которые мы следуем. И следуя им, мы развиваем определенные качества, которые позволяют нам больше уже понимать, изучать уже священное писание. То, что мы все больны невежеством, оно у нас глубоко у нас сидит, и нам необходимы все меры, чтобы это побороть. На самом деле, особенно сейчас, очень сильно сознание людей деградирует, меняется ценностями, что такое хорошо, что такое плохо. То, что раньше, там, 100 лет назад было
просто невозможно было представить, это сейчас является нормой. Особенно в странах западного мира это намного более ярко выражено. Даже такие понятия, как ложь. Ложь – это вообще это правдивость, противопоставление лжи, правдивость – это последний столб религии. Это последнее, на чем держится вообще религиозная жизнь, на правдивости. И даже сейчас, по сравнению даже, мы знаем, Кали-юга, она 5000 лет назад началась. Но за последние 200 лет так очень сильно сдеградировало общество, что... И причем, на самом деле, это общество в целом, мы с вами тоже, на самом деле, деградируем под влиянием всем этим. Все это на нас оказывает влияние. Что эти вещи, некоторые, они становятся абсолютно... Наверное, каждый помнит такое выражение Шрилы Прабхупады, что мы должны стать джентльменами. Вот такой джентльмен – это порядочный человек. И чем мы скорее станем такими джентльменами, тем наш национальный процесс бхакти, он будет быстрее идти. Потому что на этом пути очень много своих из преград, сложностей. И чем человек сильнее проявляет культуру, тем ему сильнее, тем ему лучше развиваться быстрее. На самом деле, то, что он меньше совершает оскорблений, он правильно относится с преданными, он понимает, с кем как следует общаться, потому что преданные есть разные, с кем-то можно так общаться, с кем-то не так, с кем-то можно дружить, с кем-то от кого-то нужно получать наставление. Это можно... И это будет лучше всего происходить, когда мы будем иметь правильное понимание, определенное качество, как нужно делать, что нужно делать. Я говорил, что да, очень сильно изменились все эти вещи. На самом деле, да, если там читать Махабхарату, да, там пишутся великие личности, которые имели определенный кодекс своей чести, кшатрия, там войны велись, да, там из пятишка никто никого не убивал. Но там были некоторые такие исключительные такие моменты. Это была очень большая редкость, если кто-то поступал. Лежащие не добивали, там, например, если бой заканчивался, трубили, солнце заходило, трубили в раковину, и все, битва прекращалась. Потом враждующие стороны могли приходить друг к другу вместе там отдыхать. Были совсем другие личности. Мы такие слышим, ну, такие вещи слышим. На самом деле, даже в эпохе там арийских времен там тоже были определенные свои кодексы чести. Да, на самом деле, 200 лет назад, тут недавно прочитал такую интересную историю, император Александр I, который правил Российской империей, перед тем, как напасть на него Наполеон, он уже приготовил всю армию, и Наполеон послал своему послу письмо, в котором он говорил, что мы рассчитаны на мир, мы хотим с вами развивать дружеские отношения. И чтобы этот посол передал это письмо императору. А у императора уже были донесения, что хотят идти с войной. И ему приносят это письмо, он читает и говорит послу: если все, что здесь написано, если все, что говорится о вас, это является ложью, и следует верить тому, что здесь написано, то вы скажите мне честно, так и есть, и я тогда буду верить вам. И увидев такую определенную искренность и честность, посол, будучи тоже довольно честным человеком, он, мог, хотя знаем, да, что в политике очень мало честных людей,
Но в те времена слово еще ценилось. И тот ничего не ответил, просто откланялся и ушел. Даже 200 лет назад такое было. Сейчас слово уже никто не верит. Сейчас без бумажки никаких дел нельзя вести. Все должно быть подписано, все должно быть задокументировано, где должны стоять подписи, что кажется, все. Вот он отвечает, на бумажке если написано, он отвечает. И то умудряется с помощью хитрости как-то вылазить, даже из каких-то вещей уже подписанных. Слово сейчас вообще ничего не имеет, никакой ценности. Не только в религиозной жизни оно может быть, ценность быть. Должно быть все на доверии. Только тогда определенное будет иметь ценность в духовной жизни. И по сути мы же, читая это, принимаем все это на веру. Мы прочитали и поверили. Хотя знаем мы это правда или нет, ну, никто же не знает вначале, что это правда или нет. Мы чувствуем какое-то доверие. Но по мере изучения, по мере видения изменений своей жизни, именно в виде практического опыта, в виде других людей, мы можем видеть, что это да, это работает, это изменяется. И таким образом, практикуя сознание Кришны, нам, в принципе, дано все очень просто. Повторять 16 кругов, следовать принципам. Особо у нас все очень просто. Нету таких каких-то таких сверхаскетических подвигов, какие были необходимы там в Двапара-югу, да, когда люди медитировали. На самом деле в каждую эпоху идет деградация, но даются равные возможности для прогресса. Сейчас мы не можем медитировать, сидя, но мы можем 2 часа повторить твое имя. Если не 2 часа, хотя бы полчаса. Ну, что-то мы можем начать делать. И это усилия, они сопоставимы с теми усилиями, которые люди совершали в те времена. Нам как бы дан этот метод. И как бы, на самом деле все находятся в равных условиях. Что те, что мы. У нас здесь больше соблазнов, но также есть, получаем больше блага от того, что мы практикуем. Эффект намного сильнее. Там было меньше соблазнов, да, было все благости. Все, в общем, было хорошо, но людям приходилось и больше цену платить, чтобы достичь духовного совершенства. Здесь нам намного все очень проще. Если нам даны методы, нужно им следовать под руководством тех, кто прошел этот путь. И как бы не всегда обязательно, кто, когда мы встаем на путь, пытаться найти такую супер личность, да, которая светится, сияет. Конечно, мы духовное посвящение нам дают только такие личности, которые могут переварить нашу карму, которые действительно могут зародить в нас вот эту веру, которые могут показать свой пример, вот это наставление. Но по мере развития мы можем принимать различных преданных, которые выше нас по пути, чтобы не совершать лишних ошибок, которые не нужны. И каждый, по сути дела, выбирает себе лично, кто больше всего подходит по настроению, да, кто чувствует поддержку. Ну, разные способы. Есть определенные личности, которые уполномочены, которые уже подводить к духовным учителям. Но идя этим путем и следуя простым этим вещам, тут ничего сложного абсолютно нет. Мы будем постепенно прогрессировать. На самом деле, многие преданные говорят, что даже, может, нету такой активной у них духовной жизни, например, там, да, как на храмовом уровне, когда преданные там с утра до вечера, они поглощены определенной духовной жизнью, все равно прогресс, он очевиден. 5 лет проходит, мы видим, какие мы были 5 лет назад, 10 лет проходит, мы уже совсем другие. Меняется и сознание наше, восприятие меняется. Просто у кого-то может быстрее проходить, у кого-то это меньше проходит, медленнее проходит. Ну, все мы разные люди, разные способности есть. Это, в этом ничего нет страшного. Но если мы просто идем этим путем, просто пытаемся немножко свое сознание погружать глубже, задуматься о вещах, то прогресс нам очевиден и
как заверяет Господь Кришна в Бхагавад-гите, на этом пути нет потери. Дальше, если мы немножечко получили, если немножечко мы... ну, даже если в этой жизни был прогресс небольшой, в следующей жизни у нас есть возможность еще сильнее начать прогрессировать. Вот все, что я хотел сказать. Если есть какие-нибудь вопросы, дополнения, можете говорить, задавать. Угу. Вопрос вот такой, что мы очень много слушаем и как бы вдохновлены слушать, да, потом вот есть этап, что мы можем размышлять, помнить, размышлять. И как бы что необходимо для того, чтобы что-то воплощать, да, из услышанного, из того, о чем мы размышляли, чтобы воплощать в своей жизни какие-то изменения непосредственно. Mm-hmm. То есть просто получается так, что мы очень много слушаем, читаем, вот, и как бы все это влетает, так сказать, иногда просто может вылететь без эффекта. Mm-hmm. Слышишь, да, себе вопрос? На самом деле что-то начнется проявляться, когда дойдем до уровня нитидхьясаны, когда начнем размышлять, медитировать над этим. Эта сила будет давать к тому, это будет давать силы к тому, чтобы начать уже претворять жизнь. То, что мы получаем, да, мы слышим, 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 да, нужно делать так, 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 повторять внимательно со своими, повторять. Мы каждый раз слышим, повторять со своими внимательно, там, ну, разное очень много наставлений могут быть. Там нужно будет там есть качество вайшнава, если мы там, да, все там слышим, 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 но реально похвастаться какими-то вещами не можем. Ну, потому что это еще не глубоко село. Это на уровне ума пришло, да, она может прийти, может уйти потом. Есть люди, которые приходят в движение, они слушают, 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 потом уходят, и потом уже все, уже эти вещи, они как будто их растворились. Их вообще не интересует. Но это, но мы тогда начнем притворять это, когда действительно будет вглубь наше сознание проникать. И то же самое, например, там, с внимательным повторением с твоим именем. Внимательно оно будет приходить только тогда, когда мы будем повторять его. Есть такое мнение, некоторые заявляют, что я буду лучше повторять 4 круга, но внимательно, чем 16 невнимательно. Это в корне вообще абсолютно неправильное утверждение, это ошибка, потому что мы и будем 4 круга внимательно повторять. Может, мы сконцентрируемся на полминуты, там, на полкруга, там, но дальше нас ум будет все равно расслаблять. А повторяя 16 кругов, так или иначе, он будет как бы... Будем слышать, 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 слышать. То же самое наставление мы слышим, слушаем, слушаем, слушаем. Нужно быть, нужно изменяться, нужно быть таким, таким, таким. Нужно следовать серьезно. Там. Мы можем, конечно, как-то, ну, у нас не получается. У нас есть оправдание, там. Мы оправдываемся, что мы не можем, потому что вот, мы работаем очень много. Там, у меня семья, там нужно поддерживать. Там. Но оправданий у нас всегда много. Но когда это действительно попадает в наше сердце, когда приходит в жизнь определенные, еще не то, когда нитидхьясана происходит, а еще в жизни происходит определенные события, тогда сам Кришна их устраивает. Что-то в жизни поворачивается, что мы понимаем, что да, я там столько времени потерял, там, уже начинаешь ценить эти вещи, которые ты... Многие преданные, живя в обществе преданных, они там, ну, бывает, начинаются какие-то терки, там происходить какие-то сложности, он начинает думать, ай, там, преданные. И потом, когда, ну, как я поживу лучше один, буду спокойно, мне не все мешает духовной практикой заниматься. И пожив какое-то определенное время один, он начинает понимать, да, я потерял общение преданных, и он начинает уже ценить их. Иногда вот такие могут такие, через такие события происходить. Один преданный рассказывал, он жил в храме, в Ситуках, снял книги, и потом он выезжал на Санкиртны. Он там говорит, преданные достанутся мне все. Я уезжаю на Санкиртны, снял книги, книги, потом через неделю уже он побыстрее бы в храм вернулся к преданным.
бывают такие, бывают разные события в жизни могут происходить. Но по сути дела, только и, но события, они к чему предрасполагают? Все равно к тому, чтобы мы начали это осознанно осознавать, понимать эти вещи. Только когда действительно поймем, что это нам нужно, только тогда мы будем следовать. Если мы понимаем, что это нам не нужно, мы не будем это делать. Если мы читаем книги и ничего не происходит, что будет? Мы просто перестанем их читать. Но чтобы это сработало, нужно все равно продолжать. Это на самом деле это в любой деятельности, даже материальной, в спорте, там, музыке. Чтобы достичь чего-то, нужно прилагать усилия, перешагивать через какие-то вещи. Там, например, там люди, когда начинают заниматься музыкой, там, играть на гармошке, они там не понимают, как можно сыграть это вообще. Просто ну, не понимают, они там что-то пытаются, ничего не получается. Там. И через какое-то время просто садятся и начинают играть. Как это само происходит, эти вещи. Мы прилагаем усилия. Но по сути, по факту, результат, он не зависит от усилий. Он приходит не зависит. Мы прилагаем усилия, особенно в духовной жизни. По сути дела, садхана бхакти, что такое? Это мы просто стучим в дверь. Кришна, пусти нас. Ответил, да? Если в жизни преданных приходят какие-то трудности, и это начинает влиять на чтение джапы, потому что ну, ум, он обычно, конечно, бывает расконцентрирован, и часто болевые места привлекают его. Как, может, есть какие-то способы, которые бы помогли несколько абстрагироваться ну, вот, от этих волнений, как бы, от трудностей? И поможет ли это как бы, ну, вообще человеку в духовной практике? Ну, конечно, поможет. На самом деле, все эти, да, эти сложности, они нас отвлекают. На нашем уровне все сложности, они отвлекают от нас. На самом деле, Бхактивинода Тхакур, он советует, действительно, все разные практики сознания Кришны, когда мы обустроили, в материальном плане обустроены, когда у нас уже ничего не мешает. Но в современном мире нас очень сложно будет даже, ну, сколько, 100 лет прошло, да, от жизни Бхактивинода Тхакура. И мир очень сильно тоже изменился. И эти уже наставления, они могут не совсем подходить. Но мы должны понимать просто смысл этих наставлений. Потому что действительно, когда нас что-то мешает, к этому испытываем, например, боль там, или какое-то разочарование, там, разные будут ситуации, там, просто поесть нечего, там, да, например, денег нету поесть. Как ты будешь мантру повторять, если ты есть хочешь? Ну, и причем, когда ты голоден очень сильно, ты действительно очень голоден, ты ни о чем не можешь думать. Это настоящая медитация становится. И на нашем уровне мы должны какие-то вещи сделать так, постараться, чтобы это нас не отвлекало. Но если все-таки у нас какое-то произошло событие, и наш ум погрузился туда, нам сложно будет оттуда его вырвать. То, что это эмоционально задето, то, что это действительно связано с нами, с тем, что мы, с чем мы себя отождествляем. И разрешить с этим очень сложно. Какой могу дать совет на личном опыте? Время, оно как бы исправляет ситуацию. Просто мы должны пытаться ну, делать максимальные усилия, прилагать. Потому что Господь, Он оценивает наши именно усилия. Не то, сколько мы сделали, а именно усилия, которые мы совершили. Ну, там очень часто приводится пример, да, когда Господь Рамачандра строил мост через на Ланку, там Хануман приносил горы целые, там паучок приносил камни, там Хануман типа, иди отсюда, не мешайся. А Господь Рамачандра сказал, что он ценен, то, что он тоже прилагает все свои усилия. И то же самое мы не нужно смотреть вообще ни на кого, как что происходит. Мы должны именно смотреть на себя, какие у нас есть возможности, есть какие у нас. И на самом деле искренне каждый может понять, что он делает, сколько может сделать, что больше может сделать, что не может сделать. Ну, каждый, но адекватный человек, он может эти вещи понять. И просто мы должны прилагать максимальные усилия в этом. И ну, также, если есть возможность разрешить эту проблему, если у нас какие-то есть возможности разрешить, то лучше ее разрешить. То, что бывают некоторые проблемы, возникают из-за того, что проблема на самом деле у нас.
И как бы мы стали причиной этой проблемы, которая потом проблема влияет на нас. Ну, в разные бывают ситуации. Иногда можно поработать какие-то вещами над собой. Там. Но тут, конечно, это такое общее состояние. Да, каждая ситуация у всех разная, каждый по-разному решает ее. Или можно обратиться к тем, кто уже был такой опыт. И они могут тоже... То непосредственно была вот эта ситуация, он может помочь, как он... Иногда, на самом деле, другой человек тебе что-то скажет, и тебе намного это легче сделать, чем ты сам как бы так думаешь, надо сделать так, а он тебе говорит, он дает определенную какую-то силу в своих словах, и ты как бы тебя вдохновляет это. Это есть пример, который так получился. Ну так, в общем. Угу. С предыдущим, где та тонкая грань, когда бывает момент предания Господу, когда мы стоим перед правом, перед выбором каким-то, или тоже решение проблемы, или когда мы прикладываем усилия, чрезмерные усилия, то есть как бы привязаны к результату, можно сказать, привязаны к плодам, то, что мы должны делать. Как вот определиться? Это тонкий момент, когда или мы предаемся Богу, мы ему доверяем, как он нас ведет, например, или подсказывает, да, как решить нам, или уж как нам выбрать. Или когда мы начинаем, как сказать, из себя чрезмерно это давить и чрезмерно активно. Я, как я понял, вопрос заключается в том, что в жизни бывают ситуации, не знаешь, в какую сторону, да, тебе приложить усилия. Вообще, это всегда сложно сделать. Тут определенный должен быть уровень преданного Матхьяма, когда он сделает все правильно. Он тогда сделает все правильно. На нашем уровне нам будет сложно сделать правильный выбор. В какой ситуации нужно поступить, так или так. Мы будем совершать ошибки, будем получать за них. Определенный результат будет приходить, это неизбежно. И тут не нужно бояться ничего. Но цель все равно у нас должна быть всегда одна. Если мы люди духовные, то цель наша должна быть духовная. Но по ситуации, тут разные ситуации, ну, сложно дать ответ. Но баланс он легче его сохранять тогда, когда наше сознание оно больше сосредоточено именно на духовном. Тогда нам легче какой-то выбрать баланс. То, что на самом деле... Если кто был на последней лекции воскресной, Джавараш Прабху давал лекцию, он как раз этот стих из Шиши Панишат, да, что видя Авидья, они приходят, что практикуя Авидью, она невежество ведет это знание, и практикуя Видью, она тоже приводит невежество. И как раз эта ситуация между двух полюсами, да, материальной жизнью и духовной, потому что в нашей жизни сейчас это два разных полюса, материальная и духовная. Но на начальном этапе, по идее, мы должны идти по этим двум рельсам. Потому что на нашем этапе это сейчас две рельсы. Потому что если мы что-то на одну какую-то уйдем, то наш состав может просто уйти с дороги. То, что мой духовный учитель как раз тоже на эту лекцию давал, лекцию вот здесь в Питере, ну, на эту тему о виде, не виде, он говорил, что на своем опыте я много видел преданных, которые... просто практиковали видео, трансцендентные знания, не заботясь ни о чем, и от эти преданные потом их не было видно, или какие-то проблемы возникали серьезные. В нашем уровне должен быть определенный баланс быть, там и там. А потому что, получив человеческое тело, получив определенную, мы родились в определенной семье, у нас есть определенные обязательства, если мы чистые преданные, да, как Шукадева Госвами, мы можем взять и уйти в лес, нас ничего не интересует, или посвятить свою жизнь миссии, распространять книги. Но мы должны отдавать себе отчет всегда, насколько мы можем это сделать, насколько мы можем погрузиться именно в духовную реальность, насколько мы можем от всего отстраниться. Если у нас действительно наш ум прикован к материи, все равно нас тянет туда, ну зачем строить себя святого, все равно мы вернемся туда. Все равно, если что-то у нас есть какие-то желания, если мы что-то не получили, мы все равно вернемся туда. Хотя, с другой стороны, благодаря сильной практике духовной, благодаря концентрированному повторению своего имени, внимательному, материальные они желания уходят, они как бы, ну, угасают этот огонь этих желаний. Но не все могут это делать. И мы должны каждый реально себе отчет отдать,
насколько мы можем. Мы можем отпустить или нет. Ну, например, там, да, Чайтанья Чандра вчера пробыл в своих лекциях, он описывает, как были, да, лихие 90-е годы проповеди. Он оставлял семью вообще без средств существования, уезжал проповедовать. Но сейчас кто-то так поступит, уже тоже по-другому будет выглядеть. Для тех времен это было нормально, даже в обществе преданных. А сейчас даже если в обществе преданных так поступить, никто не оценит. Ну, тут как бы такого нет однозначно, такой общий есть принцип. Все, вопросов нету. Тогда Грантарашам Бхагаватам. А, есть, да? Вот этой шлоки, то есть не описываются вещи, которые, в общем-то, не реальны сейчас вот в жизни, то есть как при этом помнить, которые мы только что читали, да, то есть как ощущать то, что вот это трансцендентное, то, что мы сейчас здесь увидеть не можем, то есть, например, вот эти природные явления, которые описываются, мы не можем сейчас вот наблюдать все это, и не можем наблюдать великолепие Господа вот так вот, нашим простым видением, как, может быть, вот, тем не менее, получать все равно этот вкус, может быть, каким-то своим опытом вы можете поделиться? Ну, вообще, вот этот именно стих, тут, на самом деле, некоторые стихи Шримад Бхагаватам, они не предназначены для непосредственно их применения в жизни. Этот стих, он описывает поэтически величие Господа, его необычность на таком сравнении. Просто на самом деле шастры — это не обязательно всегда руководство к действию. Это может быть и определенные нас, например, Вриндаван Махимарни описывается, один святой, он описывает, говорит, я отвергну все настроения духовного учителя, если мне запретить жизнь во Вриндаване. Я там покончу жизнь с самоубийством, если мне запретят жизнь в Вриндаване. Ну, такие сравнения приводят. Это не значит, что он поступит так. Это определенное его настроение поэтическое такое. Он так описывает. Он горячее желание жить во Вриндаване. Это не руководство, что мы должны так поступить. Если нам кто-то запретил ехать в Вриндаван, мы должны покончить жизнь самоубийством. Это совсем не так. И то же самое в этом стихе, в многих других стихах. Это не руководство к действию. Это определенная настройка. И чтобы мы действительно как бы почувствовали это настроение Господа, мы должны просто читать это, изучать. Просто погружать свое Господь, да, Он такой великий. Там, выйти днем, просто прогуляться в парке, в лесу. Немножко так астрагироваться от всего, просто понаблюдать, как Господь проявляется в этом мире, как проявляется в отношениях, ну, в различных вещах. Просто мы должны это просто делать, стараться. Это не то, что как-то так само не зайдет. Или мы просто прочитаем методическое указание, как достичь просветления. Там, да, как лабораторная работа там делали, да? Так, делаешь что-то, насыпешь что-то, поджигаешь, там, проводишь эксперимент. Нет, здесь немножко по-другому работает. Здесь духовная логика, она не относится к материальной логике. Здесь по-другому все. Нужно практиковать и подождать, оно сама реализация придет. Да, да, она будет приходить. Какой-то способ увидеть. Ну да, это будет приходить. Некоторые люди даже какие-то реализации испытывают до сознания Кришны. Там. Кто-то после практики начинает что-то понимать, осознавать, приходить. То, что ну, у каждого своей реализации, они каждый на разной глубине. Кому-то он видит определенную вещь, у него там, ну, его пробивает, там, он такой, не может быть, вообще, на самом деле, это вот так вот. Ну, как бы так у него очень серьезно. Кто-то вещь видит, для него кажется, это очевидный. У всех по-разному. Просто такие реализации, они на самом деле такой высокий уровень, что мы действительно что-то поняли, реализовали. Чтобы действительно... То, что если мы действительно поймем, что Господь, Он такая необычная личность, нас уже в этом материальном мире ничего не будет привлекать. Мы все полностью погрузимся.
в сознании Кришны. Будем петь целыми днями, повторять эти имена, пытаться донести до людей, потому что мы действительно-то почувствовали. Это такое, как бы, это на самом деле духовная реализация, они не на уровне ума, это другое, это прям откровение. Они могут вообще там даже через сон прийти там. Но и то, чтобы понять, что это реализация, что это, нужно иметь определенный тоже духовный опыт и даже лучше поделиться там с духовным учителем. Если действительно когда серьезно, там Кришна пришел во сне, там он что-то сказал. То, что может быть просто сон, просто ум, так, там картинку свою. Потому что мы, ну, есть опыт, да, там что-то мы смотрим там, и потом во сне это может прийти. То, что нас запечатлилось. Ну, то же самое, что-то мы так... Просто ум уже так сыграть. Это может быть не настоящая будет реализация. А если есть вот какой-то духовный опыт, какая-то реализация, и тогда возникает вопрос, а как сохранить ее, потому что она потом может исчезнуть, ну, по крайней мере, на своем могу опыте сказать, что если какое-то что-то понимание появляется, то потом при соприкосновении с материальными какими-то вещами, оно теряется очень быстро. Но это на самом деле, это, ну, по сути, это не реализация, это просто определенное, какое-то пришло в уме понимание логическое. Ум же, оно такое, то там, то сям, он об этом думает, у него такие мысли, потом другие мысли. Мы там читаем книги, и чем хороши шастры, мы читаем книги, и мы наполняем свой ум вот этим знанием. Потом уже в процессе размышления мы уже, сознание наше, разум, он начинает жить по этим качествам. То, что, ну, если действительно реализация придет, оно никуда уже не уйдет. Она может уйти, там, ну, если там уже на высоких уровнях, там, если уже оскорбление совершает, там, преданный, там она может, да, там, Кришна забрать ее. Но если действительно пришла реализация, то она не может уйти. Если действительно такая вот реализация, что я понял, да. Иногда у нас даже, да, на уровне ума может какие-то вещи прийти, мы можем быть вдохновленными. На самом деле, настоящая реализация – это какая реализация вообще в сознании Кришны вот, с вами? Это мы, когда вкус, чувствуем необычайный вкус. Когда у нас настолько сильный вкус, насколько мы испытываем такое счастье, причем это счастье, оно несопоставимо ни с какими другими, оно другую природу имеет. Со всем счастьем, которое можно получить в этом мире. Это можно получить счастье в каком-нибудь киртане таком мощном, где там, да, там какие-нибудь великие святые махараджи там поют, там, может, на харинаме там изойти там благодать. Вот в таких моментах мы можем получить. Или читаем шастры, и мы начинаем испытывать такое счастье просто того, что, ну, просто начинаешь читать, ты просто, ну, как бы, на самом деле, это видно. Это... что человек действительно он счастлив, у него как бы у него, от него прямо излучение идет такое счастье. Это не так, это не какое-то просто на уме ума. Я счастлив. Я с вами Кришна счастлив. Вот, только аскезу повторить 16 кругов. Поесть просаду, я буду счастлив. Но это тоже хорошо. Но настоящее счастье, оно духовное, оно совсем другую природу имеет. Я как раз говорю о таких моментах, когда возникает это счастье, но, скажем, на следующий день это. Какая-нибудь работа или другая деятельность, и вот это, ну, покрывается как бы все равно чем-то иллюзией. То есть это счастье возникает на какой-то момент. Нет, на самом деле это счастье, которое внутри произошло, она, чтобы выйти, она выходит в внешний призм. Например, когда Господь Читания, он испытывал экстаз, она проявлялась в физическом тоже, у нее там различные там, да, есть описание различных уровней экстаза, когда человек получает, у него там испарина на коже, там даже у него там члены выходили из тела. Когда мы получаем какую-то вещь, она может там нас даже может опьянить. Например, когда просад и преданные едят, там немножко они такие, да, становятся пьяненькими. Определенно такое есть, вот эта духовная энергия, она как бы влияет на ум, на все эти вещи. Она проявляется, выходит, и мы чувствуем, да, в уме. Но потом приходит наша рутинная жизнь, и просто покрывается, ум покрывается. Но на самом деле счастье, оно как бы внутри есть. Если оно было, оно внутри останется. Мы все равно можем к нему обратиться. Так или иначе. Может, конечно, затуманиться немножечко. Там у нас может там май немножечко в другую сторону. Но если мы получили это счастье, действительно, эту реализацию, она все равно будет внутри. И на самом деле такой вещи, как бывший преданный, не бывает. Преданный он получил либо вкус сознания Кришны, либо нет. Если он получил, даже если он
его там уведет куда-нибудь, он все равно остается преданным. У него все равно этот вкус Кришны остался. И он все равно вернется. Потому что у него есть этот вкус. А можно попытаться где-то в других местах найти. Может там рыскать там очень сильно, ярко. Но если он получил вкус, то он все. Он безнадежный человек для этого мира. И то, ну, у нас может немножко так, гуны там поднакрыть, там, что-нибудь там, материальная жизнь прижать. Но если мы получили это, то мы на самом деле удачливые личности. Упомянули по поводу пандовой кадыши. Хотела бы спросить вообще, как вот правильно кадыши относиться к ним. Стоит ли сразу поститься? Как-то постепенно? Или как лучше? А когда я жил в Ашаме, там Балгопал пробовал, он такой говорил, на кадыши костятся либо неофиты, либо утама преданные. Обычно либо начинающие преданные начинают очень все так следовать фанатично, либо действительно, который есть вкус, который есть понимание, для чего это, он это действует. Потому что, ну, по сути дела, Шрила Прабхупада нам просто сказал, не ешьте зерна бобовые, да, и там просто повторяйте больше своих имен. Потому что это кадыши есть разные объяснения, почему так делать. На самом деле, есть разные уровни объяснения. На самом деле, почему нам следует как-то в кадыши больше на духовном сосредотачиваться, это одно из объяснений, потому что кадыши это связано с Луной. Луна, она влияет на наш ум, наши как будто эти желания в уме. И в кадыши, кто заметил, обычно бывают такие ситуации всякие происходят, нестандартные. Там, может, аварии больше быть там. Кто-то, может быть, заметил себе, что могут быть всякие даже греховные желания просыпаться именно в кадыши. Почему это происходит? Потому что так влияет энергия материальная. Потому что, ну, такой день, даже в зерно ушло, весь грех ушел в зерно. Такой необычный день. И в эти дни лучше всего посвятить духовной практике, чтобы, если мы будем посвящать духовной практике, то наш ум, он будет в другое перенаправиться. А насчет поста, просто если мы меньше едим, не едим, не то, что чтобы приготовить нужно, ну, чтобы поесть, нужно сначала приготовить, сходить в магазин, все это помыть, потом все это убрать, это, ну, достаточно времени уходит. Но мы не едим и больше времени оставляем для духовной практики. Там прям тоже очищение организма, там все это в день происходит. Но то же самое, чтобы эффективно поститься, ну, нужно, чтобы токсины тоже из организма ушли. Потому что если у нас еще загрязненное тело, то мы будем поститься, и потом будем такое недомогание чувствовать себя. Потом на следующий день нас вообще как так чуть ли не трясти будет. Ну, как бы смысла в этом нету. Постепенно можно приходить все желания. Прабанду и кадыш – это, ну, такое чистое. Никогда Шрила Прабхупада такие вещи не говорил, что нужно поститься на пандаве кадыши. Некоторые духовные учителя говорят, да, поститесь. Нужно. Если духовный учитель говорит, то лучше это делать. А если нет, то... Как бы тут лично каждый зависит. Если есть желание там совершать аскезы, то да. А если нет, то не надо. Ну, у нас и так на самом деле достаточно аскез. Просто 16 кругов повторить. Внимательно, это большая аскеза. И другие в плане там тоже у нас, вегетарианцы тоже, да, чтобы прийти в магазин, что-то купить нормально, там нужно все просто, составы все просмотреть, просто хватает. Спасибо за лекцию. Вот, вопрос такой, как вообще вот не пережать кружение ума, вот, в частности, в духовной практике, когда мы начинаем, когда вот слишком так упорно практиковать, ну, допустим, если взять даже чтение книги, да, и ты читаешь, чувствуешь, что вкуса нет. И если вот продолжать это делать, да, через силу, то ум получает такой негативный опыт, что на следующий день, допустим, когда-то уже возникает такая мысль, что нужно почитать, и мне уже какой-то негатив, уже нет желания, потому что получен вот этот опыт негативный. Как вот прочувствовать, что когда следует... этот момент, когда следует остановиться, когда, может быть, следует приложить усилий больше. Вот. Вот. Ну, тоже какой-то такой, каждый личный должен быть, появится опыт. Если, ну, чувствуешь, что после этого тебе на следующий день тяжело. Может, действительно, ты пережал.
А если там ты через полчаса, тебе там почитал полчаса книги там, или час, и тебе потом плохо на следующий день, то причина в другом уже. Просто как бы ты не приспособлен читать книги, я не знаю. Либо ты, как бы, или бывает просто сознание настолько такое очень грубое, чтобы воспринимать, что тебя прям тебя корежит от чтения этих книг. Ну, можно просто перестать это делать. Ну, если ум напрягся, нужно просто его расслабить, что-нибудь сладенько съесть. Там. Или там на катамаранах покататься, не знаю. У каждого свой метод. Ну, как-то, ну, в жизни как бы, человек должен как бы, ну, выработать какие-то свои какие-то вещи, как он получает какие-то удовольствия. Какие-то. То, что на самом деле бывает, в уме накапливается вот эта усталость, сила, на самом деле, и вообще рекомендуется какие-то заниматься физическими упражнениями, так, чтобы до пота, потому что когда в уме вот скапливается напряжение, он начинает, разум отключаться начинает, ты находишься, приходишь на уровень этого ума, тоже его мало чем контролируешь, находишься на его поведении, там не могут быть срывы всякие, быть, там, поэтому рекомендуется его как бы немножко разгружать. Но то же самое, если ты что-то перетянул где-то, то, ну, это разных... Для разных ситуаций по-разному. Где-то лучше все-таки держать пружину. Где-то... Ну да, это нужно как дать, действительно себя так научиться чувствовать. Определенный, на самом деле, человек должен быть разумным, живым существом. Он должен, ну, немножко понимать, где нужно, что делать, как не нужно. Потому что, как бы, ну, однозначных ответов на все не дашь. У каждой ситуации может быть по-разному. Даже духовные учителя бывают на разные именно ситуации. У одного ученика в разных духовных учителях могут быть разные быть вообще ситуации. Ой, прошу прощения. Одинаковые ситуации вообще. Ну, очень похожие. Один может одному дать одно наставление, другой может дать другое наставление. Ну, так уже, ну, как сами чувствуете. Там, если вы, скажу, день в 5 утра встаете, ложитесь 12 часов, и вы чувствуете, что пружина пережата, то можно как бы, выделить денек, отоспаться. Потому что, как бы, если мы действительно начинаем пережимать, то это может к здоровью привести, к потере, там, ну, какие-то начинают проблемы вылазить. Просто наше восприятие мира может меняться, там, отношения с другими людьми, потому что когда человек, он в таком определенном настроении находится. То, что пережать, обычно происходит из-за влияния гуна страсти. Когда мы в страсти действуем. То, что мы чувствуем, уже не можем, но все равно мы покажем, что мы настоящие преданные. И начинаются такие вот всякие проблемы возникать. Ну, как так больше жить в благости? Потому что, на самом деле, если человек живет в благости, то он, ну... себя не пережмет, по сути. Просто для нас сейчас некоторые вещи, они... Ну, мы жили всю жизнь по-другому, да, стандарту. И тут нам говорят, на самом деле нужно жить так вот. И мы думаем, да, нужно жить так вот. Начинаем жить так вот, но не всегда нам получается. Но тут просто нужно потихонечку идти. Если чувствуем, что где-то, ну, не справляемся, то не спешить. На самом деле, просто самое главное – это повторять, ну, святые имена. Это самое главное. Дальше, ты, если мы даже, там, не знаю, не можем встать на Мангаларате. На самом деле, все, кто сюда пришел, это удивительно просто. Все к 8 утра, там, к 7.30, там, пришли сюда. Тоже такая аскеза. Может, кто-то ехал с другого конца города. Особенно в начале, по-моему, казалось, что книги про Пропады слишком трансцендентные. Можно какие-то более адаптированные лекции слушать, да, в начале сразу? Сложно чувствовать, что сознание не готово. Ну да, можно слушать лекции духовных учителей, которые там, ну, которые там интересно нам слушать, там, да, которые говорят там,
Есть книги Шрила Прабхупады, которые, ну, выпущены на основе лекций, там, «Наука самосознания», там, я помню, в общем, такая очень легко читалась. Например, там «Путешествие вглубь себя», там, посложнее, там, не помню, что такая была, посложнее книга. Даже я помню, там, на Санкиртане встречал людей, там, говорил, как книги, там, люди говорят, ну, вот эта книга тяжело, типа, вот это очень хорошо пошло, там. Ну, так читать то, что сейчас легко идет, там. Ну, например, там Бхагавад-гиту просто можно, если там, ну, вообще не понимаем, ничего идет, просто там, ну, стих читаем, комментарий. Ну, хотя бы просто немножко пытаться там соприкоснуться. Даже если что-то не понимаем вещи, то все равно нужно какие-то прилагать усилия, чтобы это понять. Все уже время, наверное, сидеть хотят. Гранатарашмадбхактан ки, Шрила Прабхупада ки, Нитай Гора прямо, наверное.